Так, всем привет! Спанчбоб! Мы продолжаем играть в моды Майнкрафт, это уже четвертая часть. Ой! Ребят, короче, всем привет, это Спанчбоб. И мы продолжаем играть в игру «Осяня под желтым прессом». И начнем. И у меня тут ринг лежит. Черт побери, процессор весь мокрый, надо его чем-то вытащить. Я вам конечно. Да, слава порядочно. Это не слава, это же эти задержки, эти наркоподелки. Скорее можно. Все уже горело, я уже проверял, что вытянуть. Ой-ой-ой. Сколько паутина-то? Я надо сначала убрать тут нафиг. О, точно помню, в коробке что-то было. Ну, просто было это хорошо. Дай. А, это старье уже все. На прошлой неделе взял. На этой неделе уже все новое понавыдумали. Я не знаю. Так как всего не нужно к вам. Я помню, это место, поэтому так и делал. А 8 деталей, окей. Сиди у меня вот, ну ты мне вот простой идёт. Так вот. Что как часов пик? Какой это был? О, боже мой. Где нам нужно быть? Давайте подумаем. Ворот. Ура. Вау, вау. Может, нам нужно? Ладно, я буду читать. Я тебя кирочку нашел, может, нужно что-то открыть. Еще нужно так вот, да. Ты чего вообще нашел ее среди? Вот тут. Ничего мне отвертка нужна. Даже и не думай. Даже и не думай. Откуда я не думаю? А, ну да, ну и там я вроде как руку делал. Так как мы заставили?
Ой, боже мой, бог мой. Собирать все надо. Я бы спустил, вот тут покликай. Покликай. Накликай тут еще раз. Что? Быстро. Ты, вот это да, и правда побрала. Только тебе еще вот кулер нужен. Профессор, я хрустный путь. Все долго, то сейчас только упортаем, его опять снова зальет. Да не боись, я придумаю какую-нибудь хрень. А, ну конечно. Это дискет. А, ключик. Откуда? А, где? Все ты. Давайте потом поставить. Ну, короче, это сейчас это очень долгое задание, поэтому я его сейчас, меня сейчас не буду проходить. Точнее, сейчас мы будем не все, а в этом поезде, но это не очень быстренькая миссия, не знаю, очень много времени, если будет до смерти. Поэтому я выключу запись. Так, все будет запись, а потом уже все будет.